Молодой и многообещающий Серик Гамзазаде уже в течение очень долгого времени собирался презентовать свой клип. Причем съемки проходили очень насыщенно и сразу в двух странах. И вот, наконец, работа подошла к концу. Скоро будет клип, уже на монтаже, и будут новые песни, очень хорошие, качественные. Ждите. Клип называется «Субслу», я и ранее говорил на телеканале «Гакку». Клип называется «Субслу», сняли клип на нее в Грузии и в Киеве снимали. В монтаже, кстати, как и в самих съемках, активное участие принимает продюсер певца. Эрик Тастембеков лично следит за ходом творческого процесса и, видимо, результатами очень доволен. Нам же остается только ждать, чем именно порадует слушателей Серик. Уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.